игроками подмены. Они вышли в стартовом составе в этой встрече. В частности, Адриано, который, например, вот таким вот ударом забивает гол. Ну, совершенно сумасшедший гол. 23-я минута. Смотрите, еще раз принял мяч, обработал и третьим касанием двинул в дальнюю девятку. Здесь, конечно, даже двух Диего Алвесов не хватило бы, чтобы спасти.